чувствительность, она соответствует анахата-чакре. Кстати, вот почему иногда люди пытаются наработать чувствительность тактильную, но при этом у них не получается. Хотя, в принципе, они уже подошли к, ну, к этому уровню, да, и готовы уже, в принципе, чувствовать энергию. Дело в том, что если у человека есть какие-то, ну, проблемы по нижним чакрам, то его внимание будет постоянно туда уходить. А где внимание, там энергия. И чтобы почувствовать энергию, у человека энергия должна быть здесь, на уровне анахата-чакры. А если она постоянно уходит на нижние чакры, то человеку очень сложно почувствовать энергию. Она у него постоянно уходит туда. То есть в те чакры, да, которые как раз и привлекают внимание. Это могут быть ситуации, либо, ну, либо там что-то со здоровьем. Вот задача человека обратить на это внимание. Вот работа с чакрами, она помогает закрыть вот эти недоработки, которые, возможно, у человека есть по нижним чакрам, а также восстановить и укрепить свое здоровье. Потому что любая чакра, дорогие друзья, это энергоцентр. И если вы воздействуете на работу этой чакры, то у вас также идет выправление каких-то ситуаций, которые повторяются там, изо дня в день, да, к примеру, через которые вы проходите и не можете их решить. А также идет восстановление здоровья. То есть за счет определенных энергетических, скажем, перестроек, да, которые происходят на этом уровне. То есть энергетика должна циркулировать беспрепятственно. То есть если энергетика где-то застаивается по причине того, что есть блокировка в чакре, недостаточно хорошо проходит, то это также и на организме может проявляться, и на различных жизненных ситуациях. Это то, что касается работы чакры.